Я благодарю вас за то, что вы уделяете нам сегодня время. И, конечно, наверное, самая такая горячая международная тема при многих других все равно становится Ближний Восток и Сирия. Вот нынешнее время уже называют, и мы называем его как... Настало время договариваться, пришло время договариваться. Но насколько просто договариваться? Я думаю, что вы абсолютно правы, что мы прошли точку невозврата в отношении ИГИЛа. А может быть, даже не мы прошли, а они перешли некий Рубикон, после которого все должно стать иным и все должно пойти иначе. Результаты таковы, что ИГИЛ не уменьшился ни на сколько, я имею в виду территорию охвата. Рекрутирование людей в свои ряды идет просто с геометрической прогрессией. Преступления с каждым месяцем становятся все более кровавыми, жестокими, по большому счету они просто беспрецедентны. А модели выхода из этого кризиса ни у кого нет. Но вот это как раз очень сложный момент переговора, потому что сейчас все-таки в Сирии много сторон, имеющих по несколько фронтов. Мы знаем, к сожалению, близкие примеры, когда люди гораздо с менее расхожими взглядами. Мы предложили очень простую и, на мой взгляд, очень действенную концепцию. Это два трека. Первый трек – это объединение всех усилий, которые предпринимаются именно по вооруженной борьбе с ИГИЛ, а именно объединение всех сил на земле, а также объединение их с усилиями, в том числе по линии, развернуться в сторону одного фронта, по линии коалиции. Но это примерно то же самое, как, знаете, бить по очереди в одну цель, или и даже, может быть, не в одну цель, а куда-то рядом, или бить всем сразу в одну четко определенную цель. А второй трек, который должен идти, это политическое урегулирование сирийского кризиса на основе Женевского коммюнике 2012 года, которая четко, однозначно говорит о необходимости, не просто необходимости, о политическом транзите в этой стране, только с одним условием, что решать свою судьбу должны сами сирийцы. Вот объединение двух этих треков, на наш взгляд, и есть рецептом против ИГИЛа. Как можно расценивать... Знаете, Россия всегда во всем виновата. Значит, нашли новую причину, новый повод для вины. Я обожаю России. Этот анекдот, знаете, «Мертвое море». Слышали? Россия убила. Ну, вот приблизительно так же. По крайней мере, вот я даже слышала, что Саманта Пауэр недавно в своем интервью говорила, что в нынешней ситуации виновата Россия, потому что Россия, поддерживая Башара Асада, мешает Вашингтону разгромить ИГИЛ. Я просто хочу напомнить Саманте Пауэр и всем остальным, что еще 3-4 года назад ни Вашингтон, ни Саманта Пауэр, как его представительство Совбезия Безопасности ООН, ни слова не говорили об ИГИЛ. И при этом на тот момент Башар Асад тоже мешал. Поэтому здесь вопрос целеполагания. Вот надо, мне кажется, опять же мы сейчас приходим к той точке, когда нужно просто всем сказать об истинности намерений. Вот если свержение Асада, тогда, опять же, ребята, давайте быть честными. Если это борьба с ИГИЛ, тогда мы должны сесть за один стол, мы должны наладить все каналы связи, которые есть, и мы должны начать координировать усилия всех игроков вне зависимости от даже национальных интересов, нюансировок в национальных интересах, потому что эта беда накроет нас всех. И интересно обсуждают сейчас перемену настроения Керри, потому что Керри тоже говорит о том, что да, надо с Россией вести переговоры, надо идти к политическому пути, и уже говорят... Так, Лавров действует на него завораживающе. Он явно попадает под какой-то гипноз. Вот у меня вопрос, что под какой гипноз попадает глава Госдепа? Вы знаете, вот это как раз к вопросу о здравомыслии. Я поэтому сказала, что среди наших американских коллег огромное количество здравомыслящих людей. Но есть политическая конъюнктура и есть некий заказ сверху, которые они, как государственные чиновники, просто обязаны проводить вперед. И, конечно, разница того, о чем мы говорим в ходе переговоров, и что выносится в публичную часть, она очень велика. Но, смотрите, в понедельник такой особый день в Нью-Йорке, такой особый в истории юбилейной 70-й сессии Генассамблеи ООН. Но получается, что сама история вот как будто дает шанс всем оказаться в Нью-Йорке именно сейчас, в рамках этой юбилейной сессии. Редкий шанс.
встретиться и, может быть, не только отпраздновать и озвучить свои какие-то проблемы, но и приступить к решению каких-то проблем. Будет ли он использован, как вы считаете? С нашей стороны, однозначно, все, что мы сможем сделать, все, что мы можем дать, и все, что мы можем воспринять, мы это сделаем. Доказательства у меня есть. За последние 2 года жесточайшего противостояния, в том числе с Вашингтоном, я имею в виду по ряду политических вопросов, мы не закрыли ни одного канала общения. Мы полагаем, что сближение позиций возможно только в ходе диалога. Асад, кстати, приглашен? Очень интересный вопрос. По одной простой причине. Очень интересная тема относительно того, о легитимности Асада. Ведь основной посыл сейчас, все упирается во что? Что нас упрекают? Ведь все строится на одном тезисе, что Асад нелегитимен. А кто это сказал? То, что он не ангел, говорим даже мы. То, что это не лучший лидер всех времен и народов, это понятно даже ребенку. То, что это не образец того, как должен вести себя, так сказать, глава государства, это очевидно всем. Но мы-то об этом не говорим. Мы говорим о том, что мы поддерживаем не его персонально, мы поддерживаем государственность Сирии как единственный залог и единственную гарантию того, что это не превратится в колоссальную черную туристическую дыру в регионе. Вот, собственно говоря, по поводу того, насколько он легитимен или нелегитимен. Что все-таки идет какая-то подготовка дипломатических служб на базе ли Женевы, Москвы, неважно где, чтобы посадить за один стол, провести саммит, где будет сидеть и Асад, где будет сидеть Россия, где будет сидеть Вашингтон, где будет, может быть, на уровне министров, но все страны посадить уже однажды за круглый стол. Я бы сказала так, я бы не стала до такой степени упрощать, я бы здесь у этой проблемы есть несколько сегментов. Во-первых, политическое урегулирование, оно должно вестись, конечно, внутри сирийских сил. Для этого, как вы знаете, в Москве при активном участии России была предоставлена сирийской оппозиции и официальному Дамаску площадка для проведения таких встреч, конференций. Москва-1 и Москва-2, когда приезжала сирийская оппозиция и вела диалог, вырабатывались подходы и так далее. И так помогли далее. А как же, помогли, безусловно. Помимо всего прочего, за последний месяц прошло колоссальное количество контактов, опять же, в Москве, на уровне министра иностранных дел с представителями различных сирийских оппозиционных группировок. То же самое. Дальше, в контактах с нашими партнерами и с Соединенными Штатами, и с другими, мы также нащупываем возможности для, как вы правильно сказали, для того, чтобы усадить всех за стол, за один стол, но один вот ключевой момент. Если вы помните, какое-то время назад в Монтрё происходила уже встреча, большая такая, даже не конференция, большая переговоры, когда они в разных комнатах буквально сидели. Так сказать, вот то, о чем вы говорили, когда представители и сирийской оппозиции, и Дамаска, и всех многих региональных игроков и вообще мировых стран приехали для обсуждения сирийского кризиса. Все это закончилось колоссальным дипломатическим провалом по одной простой причине. Потому что все это как началось под камерой, то есть с присутствием журналистов, так и закончилось под камерой с присутствием журналистов. Сегодня такое время, как это можно сделать закрытие? Все объясняю. Одно дело, когда вы даете возможность поделиться вашими оценками происходящего с прессой. Другое дело, когда вы устраиваете информационное шоу. То есть не время пиариться. Вопрос в том, что когда включены камеры, то ни одна из сторон не может сделать уступку влево и вправо. Понимаете? Потому что переговоры не проходят под камерами. Под камерами идет оглашение результатов. Это же проблемный процесс. Поэтому мы знаем, говорим. Случай, когда именно поэтому все, да, мы и говорим о том, что давайте. Мы не говорим, мы это делаем. Мы общаемся, мы усаживаем их за один стол. Мы занимаемся в той самой, в том числе и челночной дипломатией, когда практически в ручном режиме согласуем позиции. Эти все процессы идут. Но, наверное, главная здесь проблема, что на все это сложное, вот это поле переговорное, нету лет. И на расчет идет в каких-то вопросах просто на месяц или на неделю. Вот
не могу ничего сказать, кроме слова «однозначно». Вот другого здесь не дано. Потому что, еще раз говорю, вот вы поймите, еще год назад некий бюргер или некий буржуа сидели у себя, кто на ферме, кто значит, в тени виноградников, попивали вино, закусывали сыром и саркастически смотрели на газету с какими-то политическими сводками с Ближнего Востока и заворачивали в них, я не знаю, колбасу. Да? Сегодня сотни тысяч беженцев пришли и к бюргеру, и к буржуа. Расположились вдоль забора фермы или виноградника, а многие уже находятся на кухне. И поэтому времени не остается, эти люди уже там. И самое главное, поток вообще не прекращается. Ведь это же не просто единовременная проблема наличия за полгода там, 400 тысяч людей, а за два года это уже цифра намного больше. Это вопрос того, что поток не прекращается. Действия контрабандистов или вот этой организованной преступности, которая осуществляет их перевозки, становятся более жесткими, более напористыми и более агрессивными. Ну, получается, если бы этого не произошло, Европа бы долго еще смотрела, конечно, на свои альпийские лужайки. Безусловно, потому что во внутриполитическом поле, во внутриполитической сфере, на поляне внутренней политики им бы рассказывали о том, что нужно лететь туда, бомбить это, показывались бы какие-то фотографии несчастных сирийских детей, которых нужно спасать от кровавого Асада и так далее, и так далее. И люди бы этому верили. Сейчас это сирийские дети пришли уже в Европу. И это из-за элемента пропаганды стало элементом их реальности.